Всем здравствуйте, старики Варварийский снова с вами. А также вместе с нами Инга Йорн, звездочки, No Man's Sky, замерзающая или горящая попка. Да, Ингуся? Да, я приветствую всех зрителей, подписчиков наших каналов. Ну, что я хочу сказать. Сконнектиться в этой игре вроде бы просто, но я, например, у меня уже небо закончилось. Я уже прилетела. У меня уже можно начинать инициализацию. Ну, начинайте инициализацию. Я пока лечу мимо всяких хендербильдей и прочих звезд. Начинаем инициализацию. Тут некогда рассусоливать. Да. Потом порассусоливаем. Так, надо какой у нас мир? Где? Какой у нас мир? Да. Сейчас это будет подгорать задница. Подгорать задница сейчас будет, да. Блин. Кто я? Где я? Помню последнее, что я помню, мы были на Синовале. А потом попал сюда. Каким-то кабанам. Это кара небесная. Кара небесная. Так, расщепитель активный, мультитул активный. Дайте мне уже, выпустите меня. Система и вами 40, что-то трам-пам-пам. И вами? А, вот, я вижу тебя, неопознанный мир. Так, что надо делать? Собирай всякую херобору. Гиперборейский. Ферритовую пыль, там вот это все собирать надо. Так, сканировать. С. Сканер не работает. Угу. Короче, ферритовую пыль собираем, чтобы не сдохнуть. Первое здесь, это чтобы не сдохнуть. Потом уже будет поспокойнее. Так, ферритная пыль мне нужна. Ну, благо, камней тут полно. Так, устраните повреждения сканера. Тап. Ага. Сканер. Так тут очень турбулентно тут все. Так, технология С. И теперь нам нужен натрий. Долбанный натрий. Нету здесь нигде натрия вокруг меня. Блин, ну побежали. Стало дидрогента, кстати, тоже надо собирать. Так. Натрий. Натрий? Нету натрия. У меня нигде вокруг натрия нету. Все, короче, я сдохну сейчас. Ну, я двигаюсь, по крайней мере, немножечко в вашу сторону. Как долго он будет перезаряжаться? Так, всякая тварь бегает, но это пока некогда обращать внимание. Я не вижу нигде натрия. Поищи. Ну, я дохну, все, я ищу, но его нету. Как здесь зверье живет? Наверное, надо сдохнуть, чтобы нормально дальше начать. Не надо дохать. Ну вот я вижу тебя, а натрия не вижу. Сканирую, неужели нету нигде? Он черт знает где. Все, в другой стороне. Так, вот это H тоже кристалл у нас собирает, да? Да. Они вроде потом...
Где-то здесь мне высветился натрий, но я, наверное, туда уже не добегу. Вон он. Вы не могли побольше этого натрия дурацкого сделать? Только что увидел, куда бежать, теперь не вижу. А, теперь вижу опять. Я вас вижу, это вы меня сбиваете. Так, вот, наконец-то этот дурацкий натрий. Так, что теперь? Тап. И... О. Ура. Так, теперь что делаем? Уйди, уйди, барашка, уйди, меня сожрать уже хотят. Что это такое? А, надо к звездолету. Звездолету надо бежать. Да, к нему родимому. Доберитесь до отмеченного сигнала. Бумс. Так, при этом что, сосканируем? Да, как-то тут с натрием плохненько. Что вот это за штучка такая? Гидрогент. Не очень красивая планета, конечно. Так, опять температура у меня. Так, а вон и... Гиперборейский бегает. Так, а вон и гиперборейский. Так, сценарий, операция, что-то там. Возможно, ошибка разделения границ. Сосуд опустошен, причина вторжения стражи, намеренная передача. Анализ. Создан новая интерация, система сдерживания аномалий подготовлена. Транслировать. Получен сигнал. Обнаружена странствующая аномалия. Аномалия выступает. Положение зафиксировано, инициализация проверки целостности системы. Хрен знает, чего это такое. А это кто это у нас здесь? Ну ладно, потом будем любезничать. Некогда, так, некогда. Тут... Срочно, срочно сесть в мой лучезарный корабль. Инитерация. Номера, номера, так, номера. Так, перезарядить систему. Так, 5 у меня урон. Подожди, подожди, подожди. Да. Столб лучезарный называется корабль. И у меня тоже так называется. Столб лучезарный. Да. А нельзя переименовывать? Потом, по-моему, можно. Ну, вот пока сидим в корабле, можно рассказать чуть-чуть. Ну да, мы вот тут это были скидки, мы купили, но это выходит уже, да, выйдет-то серия, это уже, там, не знаю, под Новый год, наверное. Ну да. Вот, поэтому заранее мы снимали. Так что посмотрим, как нам пойдет, может и не пойдет вообще никак. Ну да. Так, секундочку, у меня просто, наверное, слишком громкая музыка, я сейчас не могу выйти в меню. Так, ну что нам говорит корабль? Я нахожусь на неизвестной планете, без снаряжения, в полном одиночестве и в серьезной опасности. Я не могу вспомнить, какие обстоятельства привели меня сюда. Собственно, я вообще ничего не помню. По крайней мере, этот корабль, кажется, меня узнает. Панель управления реагирует на мои прикосновения или на мой экзокостюм. Я еще не на том свете, и этот корабль – мой спасательный круг, мой билет к звездам. Так, чего? Читаем журнал? Читай. Журнал номер такой-то, нет доступа. Замещение данных, экзокостюм. Подключен. Предложение пилота стоит регулярно выполнять ремонт. Выберите желаемый путь ремонта. Ремонтировать систему корабля. Так. Запуск протоколов. Значит, нам нужна металлическая обшивка и герметик. Металлическая обшивка сейчас, наверное, скорее всего, сразу можно сделать, а с герметиком надо будет бежать. Куда-то там покажут.
Так что... Мне предлагают выйти. Конечно же. И что нам делать надо? Так, починить. Так, вот. Ферритную пыль надо собрать опять. Ну, в общем, да. Мне опять так, нужно... Я металлическую обшивку сделал. Так, закрепите металлическую обшивку на двигателе. Так, двигатель. Металлическая обшивка. Чего она, блин? Так, мне надо опять лезть в звездолет, иначе я сдохну. Так, так, вот. Миниатюризация, блин, шматеризация. Все функционирует. Металлическая обшивка. И теперь ее в двигатель. Отлично. Теперь мне нужен. Так она, блин, вот герметик нужен. Герметик нужен. Так, надо за герметиком бежать. Задание обновлено. Ремонт звездолёт. Набор материалов. Найти запасы на месте падения. Аварийный маяк. Открываем аварийный маяк. Заглядывая внутрь маяка, он способен не только передавать сигнал бедствия, внутри него находится планетарная карта. Забрать планетарную карту. Угу. Так, откройте, чтобы посмотреть данные. Антапы. Ремонт Е проложить. Я заглядываю внутрь корпуса маяка. Он способен не только передавать сигнал, внутри него находится планетарная карта. Так, забираем карту. Гиперборийский тоже забрал. Так, теперь что? Тап, чтобы посмотреть данные. На нее наведи и на Е нажми. Ага. Вот, через тап. Да, ее сюда. Так, подожди, все надо читать. Угу. Читай, читай. Выделите карту и нажмите на Е. Ну, из меню, когда ты там тебе показывают. Да, 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 да. Нажимай Е, тебя сейчас подкинет куда-то там наверх. А, и дальше что? А дальше покажут, где эта хрень. А, вот. И туда надо бежать. Черт, ну мне нужен натрий. Слушай, тут пещера. Ты, короче, пещера, беги давай. Сейчас буря начнется, блин. Ну вот я в пещеру зашла, здесь более безопасно, как мне кажется. Во-первых, здесь неопознанное растение. Потом будем опознавать. Черт. Мне нужен чертов натрий. Я его нигде не вижу. Буря приближается. Беги! Надо бежать там, потому что можно спрятаться, я знаю. Ну что, не бежит так сильно? Как летать-то на этом ранце, когда ты разбиваешься на нем? Так ты по чуть-чуть, а когда на землю приближаешься, опять под самое. Я опять сдохну. Чуть-чуть, так раз-раз. Чего они так далеко-то это поставили? Чтоб тебе было повеселей. Я не вижу ничего. Ой, меня тут сожрут сейчас, наверное.
Уйди, без тебя тошно. Похоже, я не выживу. Блин, а у меня больше натрия нету, да? Ферритная пыль, да, натрия больше нету. Какая-то тварь за мной бежит. Ты уже в домике? Все. Она. Да беги же ты, блин, дебил! Все, фу, я еле добралась. Значит, в мой домик зашла. Это не твой домик. Меня как раз в твой домик пропускали. Вот он, мой домик. Да? Да? Ну подожди, дай я приду в себя хотя бы. Приди, ну приди в себя, приди. Только не уходи далеко. Энциклопедия. Терминал активирован. Связь с универсальной службой перевода установлена. Доступ к словарю форм жизни. Гиперборейский орёт. На помощь! Защита от вредных факторов почти истощена. Так, ну-ка. У тебя какой костюмчик? Беленький? Беленький. Ишь ты. Сразу костюмчики проверять. А у меня голубенькие. Так, голографический архив. Архив открылся. 6 из 7 журналов повреждено. Воспроизведение записи номер такой-то. Никто. КЗКТ. Делаю запись на следующий КЗКТ. Проходится покинуть КЗКТ. Внутри фабрикатора КЗКТ. Может пригодиться. КЗКТ. Визор поврежден. КЗКТ. Не могу найти корабль. Так, забрать припасы. Ням. Запись журнала заканчивается, машина оживает и выдает припасы. Теперь у меня есть герметик для ремонта корабля. Я не знаю автора сообщения, которое привело меня сюда. Возможно, в свое время он оказался в той же ситуации, что и я. Ты можешь забрать припасы? Да, у меня то же самое. Запись в журнале заканчивается, машина оживает. Теперь у меня есть герметик. Так. Ну подожди, здесь может быть еще что-то есть ценное. Давай-ка посмотрим. Мне нужен натрий. Более того, тут как-нибудь... Слушай, а там действительно два. Ну-ка, дай-ка я зайду в соседнюю эту штуку. Может здесь понятное тоже что-то дело, ценное? Понятное дело, потому что это мой корабль был, а в другом... Там все по-другому. Ой, да не надо подлетать тут. Да, тут все по-другому. Тут штука какая-то. Здесь ничего нету. Аквариум. А его как-то можно просмотреть? Сканировать? Нет, ничего. Короче, используйте анализирующий визор F, чтобы найти звездолет. Вернитесь к кораблю и продолжите ремонт. Так, мне нужен натрий. Офигеть, как нужен. Да, и мне тоже нужен. Так, анализирующий этот самый визор. Это устройство так, для исследования смотрю. Планет, которое работает... О, я вижу натрий. Ох, натрий там вижу я, натрий. Сначала натрий. А, ну так там один натрий. А, мы его не сможем достать. Там нужен продвинутый этот самый сканер. Кто тебе сказал? Ну, потому что там огромное место залежания. Так, там, чтобы открыть там, инвентарь. Короче, все нормально. Убирается. Да? Так, подожди, мультитул. Ну, установить технологию. А, вот. Какую? Эту? Технология установлена. Ага. Почему недостаточно компонентов? Углерод. Что дальше делать? Соберите я углерод. Я натрий собираю. Углерод он такой.
его где хочешь можно набрать. То есть хочешь сказать, что здесь можно добыть натрий? Вот. А это что, мистер? Нужен ландшафтный манипулятор. Это не то. Так, сканер надо запустить. Так, углерод. Нанобуки. Ты собрал весь мой углерод. Да ладно, я вообще в другой стороне. Вернее, не углерод, а натрий. А, во, вижу. О, много натрия. Слушай, кто-то летает, кто-то летает. Тут, кстати, пираты есть. Натрий, натрий, натрий. Натрий? Да. Блин, тут ядовитое растение. Все. Так, как там это было? Тап. Натрий в эту самую штуку вставляем. Смотрите, углерод. А что, у меня углерода не было, что ли? У меня дохера его было. Углерод, это, по-моему, расстреляв растения, вот они тут пишут. Углерод содержится в растениях. Так, завершите установку. Так, нажмите Tab. Проанализируйте предмет на возможность получения наград. Tab. Теперь что? Установка, ага. Как его анализировать? Нановизор F, да? А. Что мы собираемся анализировать? Вот, например. F. А, удерживать надо. Вот. Ага. Так, вернитесь к звездолету, так? Побежали. Опять почему-то у меня температура, но я же зарядила свою фигню. Я хочу понять, где звездолет. А, совсем в другой стороне, конечно. Мне надо бежать к звездолету, сказали. Наверное, туда и побежим. Так, надо анализировать. Вот животное, например. Как там его этим? Да не этим. Чем там анализировали? F? Вот, на козла, да, предположим. На козла положим. Вот это такое. Анализ. Так, опять F. Ой, у меня расщепитель разряжен. Перезарядите. А как его перезаряжать?
Так, расщепитель. Что для этого нужно? Опять углерод? Блин. А, так это я уже знаю, что я дурака валяю. Так, это... Так, а где эти местные? Кто местные? Я фосфор добыла. Что ты говоришь? Тут кто-то летает. Да, елки с палками. Кто у тебя летает? Корабли. Так, а вот, например, это что это? Давай проанализируем. Какой-то горящий куст. Я сам его хотел проанализировать. Ну, анализируй. А он уже вроде как проанализирован. Огненная ягода. О. Да не это, господи, все время мне хочется на анализ нажать. Костюм, экзокостюм. Что там надо? Натрий, да? Технология заряжена. Система жизнеобеспечения недоступна. Соберите кислород для перезагрузки. Теперь еще и кислород. Ёлки с палками. Или изготовьте гель системы жизнеобеспечения. Чего? Вот, кислород. Система жизнеобеспечения недоступна. Собирай кислород. Заметьте, мой кислород. Почему это вам ваш кислород? Технология заряжена. Так, ну хоть чуть-чуть можно отдышаться. А есть еще тут кислород? Не знаю. Да. Ой, господи. Фосфор. А, понятно. Да, мне надо. Где этот? Короче, бесполезно. А, вон, 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 вон еще кислород. И, конечно, там будет рядом это дурацкое ядовитое растение, да? Нафиг, нафиг. Кислород. Кислород. Собирай кислород. Что надо? Что надо? Что надо-то? Технология заряжена. Так, ну вот, теперь все. Что дальше? Вернитесь к звездолету. А где он? Вот я так и знала, гиперборейский, что вы страшный убийца. Как же можно-то? Вы только вернулись на планету и уже всех убиваете. Ремонт звездолета. Критический ремонт. Отремонтируйте импульсный двигатель. Так, для начала я зайду в сам звездолет.
Вот. Фух. Тап. Что нам для этого нужно? Двигатель. Герметик. Ага. Я починила свой звездолет. Молодец, а я пока собираю сведения о планете. Молодец, но я просто дохла, поэтому... Так, взлетный ускоритель, система вертикального взлета, необходимое количество пилотов, система повреждена, для ремонта требуется дегидрогенный гель и чистый феррит. Создайте портативный очиститель для обработки чистого феррита. Так, нужен феррит и гель. Короче, опять нам на эту жуткую планету выходить и собирать этот феррит. Но еще нужен натрий. Где-то я его там видела. Вон он. Бежать за ним. А мы собираем, собираем. Молодцы, молодцы, что собираете. Завершите, чтобы получить наниты. Так, и что надо? Я знаю, что тут надо завершить. Пошли дальше. Так, о-хо-хо-хо. А я тебя знаю уже, да? Кого, меня? Я знаю уже, кобылу. А тут где будет? Очиститель. Продолжить. Гидрогент. Так, инвентарь. Ты, а что надо-то? Подожди. Вот. Ага. Смажьте взлетный ускоритель гелем. Ты там все гелем мажешься. Подожди, я не пойму, как, где, чего мазать-то. Подожди, взлетный ускоритель гелем, откройте тап, почините предметы с помощью команды. А, вот так надо. И где этот гель? Ага. Чинили. Так. Взлетные ускорители. Опять металл обшивки. Из чего мы его создавали, этот металл обшивки-то? Что для этого нужно? Ферритная пыль. Окей. Кислорода-то надо целую массу. А мне... А, у меня нету. Зато у меня есть огненная ягода. Это какой-то перец. Чили пеппер. Так, кислород. Найдите кислород с помощью сканера С. Фигвам называется кислород. Вон он. Это там. Так, ты, смотрю, тут строишься, да? Нет. Ёлки. Мне надо собрать кислород. Так, взлетные ускорители. Строительство недоступно, нет компонентов. Так, дегидрогенный гель. Так, здесь... Отремонтируйте импульсный двигатель. Отремонтировали, что ли? Так, теперь чистый феррит нужен и дегидрогенный гель. Мама мия. Так, почините импульсный двигатель, если обшивка, почините импульсный герметик. Так, почините взлетный ускоритель и дегидрогенный гель. Почините взлетный ускоритель и чистый феррит. Так, накопленного дегидрогена хватает. Теперь нужен дегидрогенный гель как-то сделать. Так. Так, теперь нужен этот портативный... Очиститель нужен. Очиститель, да. А, откройте. На Y, так? Вот он, очиститель.
Размещаем. Сзади гидрогенный гель. Запас топлива. Смажьте взлетный ускоритель. Технология заряжена. Так. Требуется продвинуть чистый феррит. Добудьте ферритную пыль. А, у меня не хватает ферритной пыли. Ну, с чего-чего, а этого добра тут хватает. Кстати, может быть его отсканировать? Чтоб вот это... Так. Опять защита. Так, а у нас что, один на двоих, что ли, это хрень, да? Не знаю, может быть и... Нет, каждый, наверное, свой должен делать. Блин, я тебе топливо, блин. У меня что-то вак какой-то. Так, ремонт корабля, блин. Так, подожди-ка. Е, начать. Заберите чистый феррит из очистителя. Используйте Е. А как его забрать? Я тебе туда топливо положил. А зачем? У меня было топливо. А куда мне его? Вот сюда вот. Так. Видать, я не могу сделать этот ускоритель, пока твой стоит, блин. Просто я им сейчас пользуюсь. Сейчас, секундочку. Полученная дата, заберите чистый феррит, чтобы активировать размещенный очиститель, ремонт корабля. Взлетные ускорители мне нужны. За костюм. В корабль мне нужно. Так. Ну вот, там у меня все, что осталось, можешь пользоваться. Я твоим пользуюсь, он мне вот этот феррит набирает. Топливо я туда смог положить. Ну да. Кстати, этот клам, да, тоже надо осматривать. Ага. Так, что дальше нам делать? Так, мне надо в звездолет. Я опять начинаю дохнуть. Где мой звездолет? Вот, фу. Это 65 градусов на улице. Понятно, почему так жарко. Взлетные ускорители получили. Так, нажмите Е. Система звездолета. Так, все, я свой починил. А тебе надо забрать этот. Да. Ну, я сначала взлетный ускоритель починю. Подожди, может быть, даже и не стоит пока забирать. Подожди-ка. У тебя этого феррита до хрена? Ну, так себе не очень. Так, я свой корабль починила. Вот теперь уже как бы можно заниматься всем остальным. Корабль починен. Что вот это такое светится? Что это? Просто кусочек чего-то, какого-то сколок. Так, слушай, ферритная пыль, а у меня опять нету этого дурацкого натрия. Понимаешь, в чем дело? Почему он неопознанный?
Мне уже пишут, чтобы взлетать. Да, но надо забрать эту штуку. Системно, так, возьмите портативный двигатель. Портативный очиститель Е, чтобы подобрать. Может, пока не будешь его подбирать, может, просто мы еще туда этой ферритной пыли напихаем. Хотя мы тогда этот самый топливо будем тратить. Да, я его забираю. Вот, а когда ты его забираешь, все равно ты забираешь с собой там углерод и так далее, все что. Фосфор. Короче, прежде чем улетать, наверное, надо собрать тут, чем тут эта планета богата еще. Надо всех зверюшек сфотографировать, все растения сфотографировать. Те, у меня нет, там у меня нету натрия, я дохну. Ты там набрал этот самого кучу натрия, а у меня все, у меня нету. Интересно. Надо просто перелететь, а он же может сканировать корабль. На корабль, на каждый взлет, насколько я видела у умных людей, тоже нужен определенный какой-то минерал или что-то в этом роде. То есть ты не можешь на нем летать тудым-сюдым просто так. Так, важные этапы, первые шаги. До следующего этапа 4000. Пешие исследования, болтун какой-то. А что это надо сделать, болтун? Просто на этой планете было бы неплохо, конечно, поисследовать еще всего, что только можно. Набрать чего только можно. Сейчас вот если мне удастся добыть еще натрия, то тогда можно жить дальше. В опасных условиях ищите. Так, используйте шаттл манипулятор вашего мультитула, штать убежище. В верхней части интерфейса расположен компас. Он покажет расположение ближайших важных объектов. Строительство и применение. Это так. Бег, это все хрен с ним. Так, открытие. Поиск заданий, анализирующий визор. Сканируйте животных, растения, минералы с помощью анализирующего визора. F. Включив визор, нажмите, чтобы проанализировать свою цель. За каждый уникальный результат сканирования вы получите юниты. Каждое открытие заносится в страницу открытий системы и планет, которые вы посетили, открывается автоматически. Зайдите на страницу открытий, чтобы переименовать или загрузить открытие, а также получить наниты. Если вы откроете все виды животных на планете, вы получите большую сумму юнитов. Сканирование растений и минералов с помощью анализирующего визора открывает дополнительную информацию и позволяет собрать больше ресурсов. За открытие редких или больших существ вы получаете больше, чем за открытие обычных или маленьких. Улучшение можно установить на мультитул, чтобы увеличить награду. Улучшение созидания, так, очищение веществ. Для создания продвинутых материалов изделий может потребоваться очиститель. Создав очиститель, можно в меню создание Z для больших очистительцев база. Ну, строительство, заработок. Вот заработок меня интересует. Создание продвинутых продуктов — отличный способ заработать деньги. И так далее. Так. А кристаллы больше не сканируются? То есть кристаллы, кристаллы себе? У меня вот из-за этого вашего портативного очистителя постоянно этот квест, блин. Какой квест? Ну вот, возьмите, корабль готов, как бы, а у меня пишут, возьмите портативный очиститель. Вот. Не, ну так ты его сделай, возьми и все. Чтоб он отстал от тебя. Стал обшивка. Короче, терминатор. О, вот этого мы еще не сканировали. Подожди, не жри меня. А я потерялась я. Где корабль? Где корабль? А где-то там, очевидно. Так. Да нет. Адрит какой-то, я могу его
как я делал этот чертов металлический лист? Из сферитной пыли. Смотри, этот самый этап, звездолет, двигатель, по-моему, так, да, куда-то. Взлетный ускоритель. Так, все понятно. Давай вернем. Так, ставим. Гидроген может туда запихать. Мне его до хрена, а что он из него делает? Гидроген, он делает этот самый гель, как его там? Смазочный гель. Короче, я набираю какой-то саланий. Наверное, он нужен будет. Получилось у тебя же его сделать, да? Да, да, да. Ну вот. И сделать он долго будет делать. Что это? Что это? А, это твой этот самый работает. Блин. Ну, в общем, я пошла в свой звездолет, потому что у меня опять чего-то как-то все плохо. Чего не хватает, честно говоря, мне непонятно. Все системы исправны, вернитесь на свой корабль, говорит мне задание. Атлас пастырь какой-то. Фух. Фух. Сообщение системы звездолета. Удерживайте В, чтобы взлететь. Найдите Е, чтобы выйти. Ну, в общем, гиперборийский, вы что делаете? Углерод ищу. Углерод ищешь? Подожди, углерод это растения и деревья. Их тут вроде как полно. Вот я его и собираю. Ага. Так, почему меня не кидает на нормальный этот самый... На нормальный что? Экран, блин. Когда... Вот тут куча растений с углеродом. Так, сейчас, секундочку. Да не это. Где этот натрий-то? Блин, вот он сюда залез. Вот тут растение с углеродом. Мадрид. Минералы открываешь. Ага.
Так, ну мне опять плохо, поэтому пора прятаться. Так, тебя мы уже... Дать питательные гранулы. Держи. Не, он ушел. Можно покормить животное. А, требуются питательные гранулы. У меня их нет. А ты прибил одну зверюшку, да? Не, я не хочу ее прибивать. Какой-то маячок. Засыпанный технологический модуль есть. Он вроде как далеко. Так, сейчас мы оклемаемся. Да, вон еще что-то есть впереди. Ну-ка, если отсюда выйти... Посмотреть по карте, где что. Там что-то есть интересное. Там есть какой-то чемоданчик. А, чемоданчик это этот. Угу. Ты что там делаешь? Взрываю. Защита от вредных факторов почти истощена, да. Лететь пора уже отсюда. Ну так полетели, может быть. Сейчас мне надо забрать эту херню, блин. Она же у меня тут. Да, да, да. Где я ее поставил-то? Ой, это твой звездолет. Я чуть к вам не забралась. А где мой корабль? Сидишь, черт, давай. У меня свой есть. У меня свои коляночки есть. У меня здоровье, между прочим, половина. Вон он. Ну как он долго ты ее это самое? Ну как, ты нажимаешь, на Е-то нажал? Нажал, очень долго. Вот я пока бегал, а у меня кончилась углеродная хрень, блин. А, так ты, наверное, очень много в него загрузил, поэтому он все обрабатывает. Все и обработает, ничего. Не знаю. Там написано 10 минут. Просто в него надо постоянно запихивать углерод. Тебе знаешь ты? Ну тебе нужна-то только одна порция. Да мне вообще уже она не нужна. А, ну так и все тогда. Просто нажимай на Е, чтобы... Нет, не на Е, или как там, средняя кнопка мыши. Я знаю, чтобы ее забрать, я знаю, что сделать. Я хочу просто обработать этот дегидроген, чтобы он у меня превратился в другой. Вот и все. Так ты это всегда можешь сделать на любой планете. Когда всегда? На любой планете ты теперь можешь везде... Я хочу на это, если сделать, что дальше? Ну, ладно. Да делайте. Чего я против? Мы вон пойдем в пещерку прогуляемся. Посмотрим. Тут у нас тоже, кстати, есть растения. Можно их... Если гиперборейский не уничтожил... Нет, не уничтожил. Луковичная тыква. Ну-ка. Луковичная тыква. Давай-ка мы ее соберем. Мы можем ее собрать. А ты кто такой? Нет, это просто... Так, а что у нас еще есть? Неопознанное растение. Ну-ка. Я играю в ботаника. Тоже углерод. Так, а это что? Кобальт. Познали и убили.
Ну, это растение, не страшно. Красиво. Ой, что это? Это ты там? Я там. Ты че меня пугаешь? Тыкву надо собрать. О-о-о, а вот это что такое? Ну-ка. Нет. Что за хрень-то? Почему? Что? Да. Получается, он только одну единицу, что ли, делает? Наверное, зря я это делаю. Зачем ты вообще это самое... Почему одну единицу? Ты же... Хочу сделать больше этого дегидрогенного геля, а он больше одной единицы не делает. А если я добавляю топливо, оно опять обнуляется. Вот в чем все дело. У меня уже расщепитель мой обнулился. Так, а что для него надо, чтобы его зарядить? Углерод. Сейчас я посмотрю, что ты там делаешь в этом своем расщепителе. Он тебя уже... Сколько у меня процентов? Ноль. А у тебя топлива нету. Ты закончил? Только что положил. У тебя 333 дегидрогена. Зачем тебе столько? Давай тебе еще 100 углерода. И надо начать... Е начать. Ты нажимал? Нажимал я все. Так, ты сейчас используешь, я ничего не могу делать. Ну, я сейчас выйду. Ты, наверное, просто своими делами занимаешься. Нет, почему? Я тебе добавила топливо туда. Вон он пишет, дегидрогенный гель 3% и так далее. Почему он его больше одной единицы не делает? 30 к 1 вон написано, вывод. Хоть стой здесь и смотри. Ну вон пишет 6%. Это почему не больше одной единицы? Дай мне глянуть туда. Ну вот все, на, гляди. Гляжу. Я уже 10 раз туда добавлял и топливо, и все что угодно. Ну, наверное, 100 единиц топлива это... Не знаю. Сейчас тогда надо еще углерода собрать, потому что я... Как только добавляешь углерод, обнуляется сразу этот. Сразу обнуляется выхлоп. Ноль опять становится. Проценты пропадают. А, так потому что ты процесс останавливаешь. Надо, наверное, чтобы все закончилось, что-то из одного. Так оно и заканчивается, потому что углерода не хватает. Так, дай-ка я тогда тоже сбегаю, соберу этого углерода еще. Попробуем твой процесс довести до конца, раз уж вы так уперлись. Ну, уперлись. Я же не создавал этот гидрогенный гель, это вы создавали. Да, ну в таком количестве зачем тебе его? В каком в таком? Я его в одном количестве не создал. Ну, так нужна была всего одна единица. О, один есть. А он куда девается? Подожди, 10%. Он ты... у меня что? Смотри, ты его тащишь, у тебя там надо его перетащить. Там три у тебя ячейки. Все, я его звездолет запихнул. Звездолет, да. Неважно. То есть это куда ты складываешь? Ты короче, как только 10% делается, появляется этот дегидрогенный гель. Сейчас 4, все, я теперь понял, в чем. До 10%, если довести,
он появляется. Вот сейчас 5-6. Не надо больше в него топливо запихивать. Я, наверное, еще один дегидрогенный гель просто сделаю и завяжу с этой хренью. Хотя тут можно ферритную пыль вот эту вот тоже продолжать фигачить. И из нее там что-то тоже хорошее получается. Ну да, на нем он вообще преобразует все это самое. Так, я опять потеряла, где корабль? Черт. А, там где-то. А, топливо там так и остается, я так понимаю, да? Там все остается, но когда ты его собираешь, преобразователь, ты забираешь все, что там в нем есть. Так, нам нужно куда-то полететь, где натрий есть. Вот что я хочу вам сказать. На звездолете ты не полетишь, я же тебе говорю. Почему это? Потому что для взлета у тебя есть только одна попытка. Это для взлета, чтобы с планеты свалить. А так-то полетать что, нельзя? Нет, что так ты не летаешь на звездолете. Здесь система исправна. Как-то я не летаю так, все летает. Что-то нет. Все системы исправны, ищите ответы среди звезд. Нажмите V, чтобы взлететь. Ну что, нажать? Ну подожди меня тогда, чтобы я тоже села в свой звездолет. Потому что мы тогда покидаем эту планету. Почему покидаем? Я хочу просто в другое место перелететь. Что-то мы сразу покидаем, блин. Ну, и насколько я видела, я чуть-чуть посмотрела у людей. У людей... Так, В. Никуда так. Я не улетаю. Ой, а как я им... лечу вперед. А как им управлять-то, господи? А он просто сам по себе вперед едет, и все. А. С сканировать, но, правда, ни черта не видно. А управлять, видать, нельзя, надо улететь, блин. Не-не-не, можно управлять. С мышкой водишь, он это двигается. А, можно, да. Вот, смотри, я прилетел, где эти наши кабинки-то были. Да, я вас вижу. Так, и чтобы сесть, надо на С. Так понимаю, да? Наверное. Как садиться-то, блин? По-моему, тут нельзя садиться. Все системы исправны, ищите ответы. Так, импульсный двигатель не работает. Е, чтобы сесть. Так. И вот я в новом месте вышел. Да, и что там интересно? Сканирую. Ну, этот двимерит, гидроген, блин. Двимерит. Какие-то новые... Так, что такое богатое? Нет. Место. Тогда надо уже куда-то подальше полететь. О, я нашла какие-то построечки. Это ты нашла построечки, куда мы бегали? Нет, 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 я отлетела уже далеко от себя. Ага, смотри. Так, вот я такого еще не знал. Или знал уже такого? Как ты садился на Е, да, говоришь? Да. Я на какую-то станцию пришла. Тут, по-моему, тут какие-то эти самые. Летает какая-то штука.
А ну-ка, дай-ка я войду. Я могу войти? Укрепленная дверь. Нет, не могу. Странно, что с корабля нельзя. Я нашла какую-то цивилизацию. Может, там просто кто-то построил себе домики. Это ж новое дополнение. Ой-ой-ой. Это он тут, тут кто-то... Нет, это не люди. Это игровые персонажи. Так, здесь нашла-то. За горой вот. Ну посмотри, где мой значок. Я вижу, вижу, я говорю, за горой. Ну да. Тут летает очередной какой-то рыбоглаз. Я могу его отсканировать? Страж. Это страж. Так, а это я могу отсканировать? Что это? Ну, очевидно, нас сейчас сюда и не пустят, потому что это пока что только пролог. И... Как пролог, он не пролог. Я что-то не могу никак найти вкладку, где исследование. Ты за исследование получала уже бонусы там всякие разные? Ну да, мне там писали, что что-то там... Ты их там галочку ставила, что как? Нет, сейчас я в звездолет сяду, чтобы не дохнуть, и посмотрю, что там за исследование. Так, это Escape, вот, каталог. Сырье. Произведенные товары, снаряжение. Строительная технология. Детали для строительства. Никаких товары, тоже никаких, диковинки. Ага. Не, ну когда фотографируешь, тебя кидает, нажимаешь потом Escape, тебя кидает на какой-то этот самый экран исследования этих, блин. А я его тоже не могу никак найти, где он, блин. Важные этапы, сейчас. Ну, давай посмотрим, геки. Гильдия торговцев, это не то, журнал. Открытие, вот открытие, здесь что ли, титанать? Путеводитель. Да, очевидно, здесь вон основа выживания, ориентирование, открытие. Ну, нет, это рассказывают. А, наверное. Все. Открытие нажимаешь, потом внизу на этих открытиях. Значит, нажимаешь открытие. Потом внизу флора обнаружена 3, фауна. Значит, флоры получается тут всего 3. Фауна обнаружена 3 из 7, а минералы обнаружены. Осталось только 4 каких-то этих зверька найти. Лично мне, не знаю, что тебе. Я так и не нашла, где ты это нашел. Открытие, нажми на открытие. Где сами эти открытия находятся? Ты нажми на открытие. Где? Вот Escape нажимаешь, потом идет да. Каталог, а потом открытие, левее туда уходишь. После каталога влево. А внизу то, что ты там вот фотографировала. Понимаешь? А, да, да, вот, точно, флора, нашла. Три. Сколько у тебя флоры? Сейчас. Флора обширная. Нет, ты просто не на нее пока не нажимай. На саму посмотри. Флору. Где вот этот ананас нарисован красный, блин? У меня ананас красный. Там написано, флора обнаружена 3. У тебя что написано? А у меня одна только. И это... Значит, ты не фотографировала просто. Нет, ну вот один мусквирарум. А как фотографировать надо на еще? На F нажимаешь, у тебя сканер. Сканировать, да. Ну и ждешь, пока отсканируют. Ну, в общем, я минералы только... я все отсканировал. Фауна у меня только 3. Значит, надо мне еще 4 фауны найти, и все. А и тогда я на этой планете все будет у меня. Надо просто бегать и искать. Вообще-то написано обнаружено 7. Странно. Так. Что значит предложить еду, блин?
Можно его пытаться кормить, если у тебя есть чем. Питательные гранулы нужно. Так, ну значит, только осталось только одних животных искать. Больше мне здесь да, дела. Да, я нашла нечего. 3 животных, насколько я понимаю. Какие-то они все странные. Их можно, кстати, переименовать, между прочим. О, вот они новенькие. Минералы. А, нет, слушай, Флора, подожди-ка, ну-ка еще Флора. Я много чего нашла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А где видно, сколько еще надо? По-моему, мы все тут не сумеем. Ну как? Вот же написано. Каталог, открытие. Да. Внизу Флора обнаружено 3. У меня обнаружено 7, да. А, ну значит, нифига, значит, еще есть. Просто на них нажимаешь, вот смотри, на Флору я да, нажимаю. Да, да, да. Вот, а этих больше нет ячеек. У меня ячеек как бы, вот их 3 ячейки. Ну, они потом, наверное, добавляются, это самые ячейки-то. У меня, например, вот 7 этих самых растений. Это вообще какое-то стрёмное растение. Так. Ну, вот, например, на животных у меня, кого я не открыл, написано, нарисовано. Да? Только они с знаками вопроса. А-а-а. Да, таких у меня это самое тоже. 1, 2, 3, 4 животного. А Флора, значит, вся открыта. Потому что... Ну, вот как вся, если у тебя больше, чем... Завершен важный этап путешествия. Чего-то он завершен, блин. 2, 3, пройдено, 4, пройдено 5, 8 6, этих самых 7. Метров. Ну вот у меня 7 открыто, и больше со знаком вопроса у меня нету. Чего, Флоры? Да. А у меня ее вообще нету. Это минерал. Со знаком вопроса. Так я же говорю, нету у меня со знаком вопроса. То есть их всего 7 штук, что ли. Так получается. Так, минералы. Флора, видать, не считается. Не знаю. Так. Животных еще 4 надо найти. Минералы. Наверное, не считается ни флора, ни минерала. Потому что минералов тоже. Тут же дофига, наверное, еще всяких. А вот фауна, да. Флору я нашел еще одну. Теперь у меня получается флоры обнаружено 4. Ее сколько не обнаруживай, все мало, я так понимаю, значит. Вот себя мы, по-моему, еще не сканировали. Ну-ка, иди сюда. Так, я еще одного зверя нашла. Приборейский открывает новое растение. Кстати, натрий. Из него выходит. Так, вот это вот очень странное растение. Надо, наверное, его тоже отсканировать, да? Опасная флора. Это с таким с такой шишкой, с воротами. Да, 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 да. Ну, у меня такой, я уже... Флезаум какой-то. Так, стой, бык, стой, стой, стой. Тебя надо сканировать, ты же неопознанный. Почему? А, нет, я тебя уже знаю. Так, мне нужен опять этот дурацкий натрий. А, во, вот это какая-то пантера тут ходит. Ну-ка. Нет, тоже отсканированная. Минералов уже тоже 10. То есть тут минералов сколько? Я не показано, конечно же, сколько можно. Видимо, сколько есть, все наши.
Вот это мы сканировали растение. Требуется продвинутый расщепитель, зараза. Да. А, видимо, и, наверное, и продвинутый этот нужен. В конце-то концов, да? Да, там все нужно продвинутое. Я же говорю, это все потом будет нам даваться, насколько я понимаю. Может быть, чем больше мы сейчас тут всего наворуем, так. Ну, это да. Лучше. Да, подожди, где мой звездолет? Да. Сколько у тебя уже зверьков? Подожди, четверо. У меня не до зверьков. Что опять? Почему я дохну опять? А где кислород? Кислород, кислород. У меня есть кислород. Углерод, натрий. Сжатый углерод. У меня нету кислорода. Вот в чем дело. А ты на X нажимай. На какой X? Нажимай, когда бегаешь, когда чего-то не хватает, нажимай на X, у тебя быстрое меню вылезет. Да. И чего не хватает. А как от него там... теперь избавиться? Ну, что, как? Так же. На три. Огненная ягода. Блин, да как же это плохо-то все? Где мой корабль? Я только что была, и теперь его нету. Его нету? А, вот он. Вот, кислород, кислород. Ух, сейчас немножко отдышимся. Так, видимо, тут лишние растения, они как бы уже не обязательны к открытию. До них дополнительно ничего не дадут. Я так понимаю. Возможно. О, у меня тоже завершён. А почему? А что? 8 километров ты прошла или что? А-а-а. Так, подожди, в чем дело? Почему мы так все дохнем? Дохнем, дохнем и дохнем. Сюда, что ли? Технология заряжена. Наконец-то я нашла массу натрия. Так, а ты у меня изучены? Да, изучены. А ты, козел какой-то, изучены. Так, наконец. Я напала на натриевый парадис. Сейчас. Да, я уже давно на него нападал. Да. Вот еще бы кислорода бы. Нет, подожди, это углерод, это не кислород. Сжатый. Залежи намагриченного феррита. Ставить меточку. А его надо просканировать, наверное, тоже. Так, ты?
Так, нужен ландшафтный манипулятор, блин. Да, да, да. Я аж понимаю, про что ты говоришь, про натрий. Нет, я не про тот. Я тут нашла целую кучу этих растений натриевых. Так, давай заряжаться. Где он этот натрий? Технология заряжена. Конечно, уже пора заканчивать. Да, потому что мы увлеклись. Ну, давайте уже взлетим и придем куда-нибудь. Прилетим. Я хочу зверьков найти. Да? Чего нам? Ну, ладно. Тогда ищите зверьков. Я к тому, что закончить-то можно и сейчас, а потом продолжить. Ну, да. Просто мы с вами далеко друг от друга, поэтому пока мы найдемся, я так думаю, что... О, я нашла какие-то ящики. Кстати, здесь вот эти вот ящики тоже надо осматривать, контейнеры поврежденные. Там всякая эта штука бывает полезная, типа ржавчина. Углерод мы нашли. А здесь что? Сжатый углерод, да? Угу. Да, тут далеко не отходя от корабля, по одному и тому же месту бегаешь, оно опять же вырастает. Наверное. Что здесь? Он собирал все. Какое кислородом растение. Ну-ка. Я ее еще не сканировал. А ну. Сканировал я уже ее, что это? Так, ну что, я в звездолет залазю. Да, ну так подождите, я же должна тоже туда вернуться. Я никуда не с планеты не собираюсь уходить. Просто мы закончим, да и все, или как? Давайте, давайте. Я даже уже не знаю, где... А, вон мой звездолет, елки с палками далеко. Давайте так тогда заканчивать. Я не обязательно мне возвращаться. Звездолет. Можно и так закончить. Да, пока мы осматриваем сверху эту планетку. А ты взлетел, да? Ну да, я просто чуть в другое место перелетаю. Ну что, уважаемые зрители, спасибо всем тем, кто посмотрел. На сегодня это все. Ну да. На сегодня или... До свидания. И пока-пока-пока.